Кустарниковая собака. Где там у меня в кармане? Да молодец, да молодец, да научился плавать. О, самый смелый. А папа переживает, папа ругается на него. Выходи. За хвост его тащат. И мама, и папа за хвост его тащат. Самого смельчака. Да, да, что выходи, не купайся. Представляете? Вытаскивают его. Ага. Выходи, а он не хочет. Ой, не могу. Ну не задуши ты его. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, вытаскивай. Тут черепахи. Нет, наверху еще есть. Мы обошли. Вот наверху, видите, она красивая. Видишь, как плавают? Мама, видишь, мама вытаскивает. Ругается, ругается, да? Она переживает. Или утонешь. Ага. Вот, выходи, не слушай. Вот видишь, там такой же непослушный, как дед. Так он самый смелый из вот оставшихся. Ну, там двое. Ну, вот все вот, бывают, да. Они тихенькие. Вон они, эти сидят двое, а этот плавает вовсю. Вот сам. Мама с папой, видишь, вытаскивают его никак. Никак. И за хвост, и за ухо. Вот шалун какой. Вот шалун какой. Мама говорит с папой, иди домой, хватит, уже надо обедать. А ему опять сейчас, ой, нежно. Ой, нежно. Мужики, собачки. Это собачки интересные, да, даже? Давай посмотрим, кто там. Ой, это кто такие смешные? Это Тима собаки.